Анатолій Павлович, на своїй сторінці у Фейсбуці губернатор Одеської області Максим Куций розмістив інформацію, що в Подільську офіційно підтверджено плюс 32 випадки зараження коронавірусом. Всі 32 випадки – це медичні працівники Подільської районної лікарні. Ще йде мова про те, що заразились хворі лікарі начебто від хворого на коронавірус лікаря міської лікарні, який помер тиждень тому. Чи можливо таке, якщо лікарні розділені і не перетинаються в роботі взагалі? Ну, я вам скажу, сьогодні була селекторна обладміністрація обласного штабу ЧС по цьому питанню. Да? І от розбирали іменно по Котовську. Вроді б вся область була, але конкретно був розбір іменно по Подольську, що відбувається з цим самим вірусом. І мені вначале прийшлося об'яснити руководителям області, що город Подольськ – город обласного значення, на территории которой находится и районная больница, и городская больница. И что мы несем ответственность только за городскую больницу. За районную больницу несет ответственность как райадминистрация, так и Куяльницкая сельская громада. Потому сказать, что там происходит и почему, я конкретно не мог. Я мог только предположить, почему это произошло. И я губернатору пытался объяснить, почему это произошло. А это произошло потому, но подчеркиваю, на мой взгляд, что в район приехала большая группа заробитчан. Почти в каждом селе они были. И, конечно же, были и здоровые, были и больные. И вот те больные, которые обращались в больницу, в нашу районную, подчеркиваю, районную, их болячки скрывались. Их там лечили как могли, потом отпускали. И эти люди, практически больные, возвращались в свои места, в свои семьи, в свои села. И находясь в больнице, эти люди заражали других пациентов. Эти пациенты вместе с этими больными на коронавирус заражали персонал больницы. Вы ход мысли улавливаете? Угу. Больной на селе пришел полечиться. Вместо того, чтобы взять у него тест и завести в Одессу и узнать, больной ты или не больной, его пытались лечить. Там лечили, не лечили его, в конце концов выписывали, а болячка-то оставалась. И теперь для того, чтобы определить, сколько зараженных, теперь нужно искать тех, кто лечился, выискивать, снова сдавать тесты, чтобы понять количество людей, которые в зоне риска. Но мы сегодня говорим о персонале больниц. И вот таким образом персонал больницы, леча вот этих больных коронавирусом людей, заразился сам. И определили уровень зараженности только после того, когда облздрав дал команду пройти тестирование с персоналом как районной больницы, так и городской больницы. И вот я подчеркиваю, после проверки, частичной проверки, это еще не окончательная проверка, обнаружилось 32 человека и плюс 3 человека, которые находятся уже на лечении в городской больнице, это 35 человек больных коронавирусом. Після масового тестування різниця досить є. Подільська міська лікарня і районна лікарня. Безусловно, Ще раз назвіть, скільки виявлено в Подільській міській лікарні, і в районній лікарні вже після масового тестування. Ну, смотрите, з початку пандемії в городській лікарні виявлено на сьогоднішній день було 7 чоловік. З початку, це ще з середини марта. Сьогодні виявлено один. Одна медсестра, яка тоже работает в городской больнице, да? Ну, не знаю, сколько еще выявят до конца проверки, ведь проверяют же 300 человек. Угу. Уже практически проверили. Ну, может быть, кого-то еще выявят. Я не исключаю. Ведь посмотрите, в каких условиях работает персонал городской больницы. Так все больные идут через них. Идут через терапию, КТ, идут через отделение, проверки всевозможные им организовывают, инфекционные отделения. Безусловно, найдется что-то. Безусловно, где-то кто, они же обслуживаются практически всем персоналом больницы. Угу. Ну, есть разница, да? Есть разница. Ну, стосовно цього я зрозумію. Ви мені розкажіть стосовно лікаря, який тиждень тому помер. Є така історія, що, і також губернатора було написано про те, що саме лікарі районної лікарні захворіли через те, що ось лікар Подільської міської лікарні був хворий, і він якби їх заразив. Ну, я вам скажу, в этот бред ніхто не вірить. Абсолютно. Я не знаю, як це все діло там губернатора пройшло, або в облздраві, як і чому вони взяли цю версію за основну. Но ні один здравомислящий чоловік не може повірити в те, що лікар городської лікарні, який ніякого відношення не має до району,
который никогда в жизни там не был, который, ну, практически, может быть, не знает, где он находится, сумел заразить за столь короткое время 35 человек. Это ж как надо заражать, чтобы 35 человек... Ну, это и пациенты, и медперсонал, так? Это только медперсонал. Это только медперсонал. Это медперсонал 35 человек. Это иметь такую наглость, бессовестность, взять и свалить вот эту всю вину на этого умершего человека. Да не один, даже первоклассник в это дело не верит. Угу. Что человек в разных концах города, больницы, не имея никакого отношения, я уже повторяюсь, но хочу подчеркнуть, не занимаясь этой районной больницей, ну ничего общего нет, и вдруг он ни с того ни с сего заразил эти 35 человек. Ну может нормальный человек от дела поверит? Да никогда в жизни. И сегодня никто не верит. Добре. А мені цікаво почути, де проходять лікування ці 32 хворих медпрацівника районної лікарні, якщо за офіційно підтвердженою інформацією головного лікаря Подільської міської лікарні Олександра Жуковського, в Подільській міській опорній лікарні цих людей немає. Де вони проходять лікування, ці медпрацівники? 32 людини – це не одна людина, ви розумієте? Совершенно вірно. Я этот вопрос задав сьогодні губернатору. Как? Где эти люди? Почему они не зарегистрированы в нашей больнице семейной медицины, которая должна вести их на лечение, контролировать это лечение? Губернатор переадресовал этот вопрос начальнику облздрава. Облздрав что-то там ответил, то ли микрофон не работал, то ли еще чего-то, я не знаю. Вот где они будут лечиться, то ли в районной больнице, не специализированная больница, подчеркиваю. Как они могут лечить своих сотрудников, если они никакого отношения к лечению этой болезни не имеют? Они должны зарегистрироваться в нашей больнице семейных врачей, больница, которая будет конкретно заниматься їхнім лічением. Зачекайте, тобто 32 людини хворі на коронавірус, зараз ніхто не знає, де вони? Ніхто не знає, де вони. І конкретну відповідь сьогодні ви не отримали? Не отримав. Конкретну відповідь не отримав. Ми задали вопрос. От наш головний врач задавав вопрос головному врачу районної больниці, що не мішало би передати вже ж, так би, які всі діла. На вашу думку, яка ціль була керівництва районної лікарні приховати всю цю інформацію? Так я вам скажу, чому. Я вам скажу, чому. Тому що, якщо ви обратили увагу, в течение цілого місяця районної адміністрації, ну, може бути, не адміністрація, а Куяльницька сільська громада, інформувала населення району і міста. Ви посмотрите, на 5 мая там, ноль больних в районі, ноль больних навіть обичним грипом. Зато посмотрите, что в городе 15 человек. Через 5 дней или 10 дней. Вы посмотрите, в районе 0. А в городе растет. Вот кто занимается делом своим. Районная власть, которая обеспечила полностью районную больницу. И которая сегодня, эта районная больница, попросила перед этим чем-то мочь, потому что у них все закончилось. Угу. Понимаете? Ту, которую обеспечили полностью. У них все закончилось. У них уже ничего нет. Осталось на 2-3 дня. Губернатор несколько раз задал. Я вас спрашиваю вот за район. Я говорю, я к районной больнице никакого отношения не имею. Я имею отношение к городской больнице. Городская больница обеспечена полностью. Угу. Скажите, можно ли вы... Я вам скажу еще другое. Вы посмотрите. Вы меня спрашивали за врача, который как бы по легенде районной больницы является тем человеком, который там заразил их персонал. Угу. Ну, учитывая то, что никто, в принципе, в это не поверил и не верит, они придумали новую версию. А вот из этих 32, 27 жителей города. Вот они ходили на базар, они ходили в магазин, они ездили на автобусы, вот они заразились в городе. То есть снова же вина города, как вам это нравится? Тогда я задаю встречный вопрос. Ну, а где живут... медицинский персонал нашей городской больницы. Угу. В Липецком? Или на Луне? То же самое живут в городе. Назовите мне хоть одно предприятие, у которого вот такой скачок получился по заболеваемости. Ни одного нет. Назовите хоть одно коммунальное предприятие, где произошел этот скачок. Ни одного нет. Ни одного. Ни бизнес-предприятия, ни коммунальное предприятие, ни госпредприятие. Ничего нет. Только в районной больнице. О чем это говорит? Что в том, что произошло, виновата как руководство районной больницы, так и тех, кто, в общем-то, их подталкивал к тому, чтобы не скрывали для выделения более благополучной ситуации в районе. Зрозумів. Скажіть, можливо, ви проінформовані, чи буде якась проводитись перевірка, можливо, приїде
комісія, представники комісії будуть вести якесь розслідування. Що вам відомо з цього приводу? Ну от сьогодні вже на селекторному губернатор пообіцяв, що приїде комісія. Сьогодні? Ні. Сьогодні вам пообіцяли? Сьогодні пообіцяв, да. Сьогодні пообіцяв, що прийде комісія, причому вона буде розслідувати не конкретно случай, вчасно це є случай, але конкретно ситуацію, в цілому ситуацію по коронавірусу в нашому Подольську. Ми практично робимо все, у нас спеціалізована лікарня. Хоть и в тяжелейших условиях работают, но они знают, что делать, как делать и кому делать. Поэтому я думаю, что должны переживать те, кто ничего не делал в этом вопросе, а допустил только вот такой уровень зараженности. Анатолій Павлович, ну ми дякуємо вам, що ви знайшли час, сьогодні завітали до нас, розповіли вам всю інформацію більш детально. Я думаю, що після цього інтерв'ю багато хто зробить певні висновки для себе, ну і вже буде більш-менш розуміти, яка ситуація наразі в Подільську і в районі.